Привет, дорогие друзья, зрители нашего YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. Спасибо большое, что вы нас смотрите, ставите лайки, комментарии. Мы очень-очень благодарны вам, и мы стараемся делать побольше интересных обзоров по возможности. Конечно, у нас и работа переплетается. Но вот сегодня я хотела вам представить один из моих любимых комьюнити в Метровесте. В общем, два любимых комьюнити. Да. Мы в одном видео сделаем два обзора. Это оба мои листинги и оба кондо. Кстати, к нам кто-то пару раз обращался и просил сделать обзоры кондо. Вот мы услышали ваши молитвы, да, и решили сегодня снять. Это будет два кондо в одном обзоре. Это кондо находится в комьюнити, который называется Hamptons, и другое кондо мы потом попозже проедем, это будет в конце второй части видео, комьюнити Азур. Давайте поговорим про Hamptons. Я обожаю это комьюнити, оно настолько красивое. Юля вам покажет, я не знаю, сначала она вставит или в середине проездку по комьюнити. Здесь домики, они как все сказочные. Они реально какое-то сказочное комьюнити. Выход комьюнити на озеро, огромное озеро Turkey Lake. Есть пирс, можно прогуляться по пирсу. Кстати, мы туда пройдем. В комьюнити имеется два бассейна. Один бассейн с выходом на озеро, с видом на озеро. И второй бассейн побольше будет внутри комьюнити. Мы вам все это снимем. Есть баскетбольные площадки, очень большой фитнес-зал. Даже есть ресторан прямо на выходе из комьюнити, тики-бар. Очень, да, тики-бар, очень вкусненький такой ресторанчик. Здесь жильцы ходят пешком, ехать никуда не надо. Но, в принципе, весь комьюнити, он находится в сердце Метровест. Здесь, в принципе, можно много до чего доходить пешком. Метровест, опять-таки, я 100 раз повторяюсь, мне очень нравится этот район. Как вы посмотрите по карте, по локации, отношения, дистанционные отношения к Орландо, к парку Universal. Здесь очень огромная инфраструктура, много ресторанов. Даже я уже не говоря о комьюнити фитнес, здесь очень много отдельных огромных фитнес-центров, yeah, магазинчики. Walmart, Publix, ну, все, что нужно, находится в этом комьюнити. Также оба вот эти комьюнити, где находится кондо, и одно, и второе, очень хорошие школы, высокого рейтинга, угу, так что это тоже поднимает ценность самих кондо. Давайте пройдемся по цифрам. Сегодня жарище, у нас сейчас началась, о, да, погода 36 градусов по Цельсию, мы тут таем с Юлей. И побыстрее зайдем внутрь. По цифрам. Если вам нужен такой бюджетный вариант, это кондо продается за 193 тысячи долларов. И плюс еще владелец предлагает 4 тысячи бонус покупателю в помощь на closing cost, на расходы по закрытию сделки. В кондо одна спальня, один санузел, двухэтажный свет, как двойной свет, это очень высокий потолок, знаете, такой на два этажа. Кстати, в обоих кондо похожая чуть-чуть планировка, только в одном есть лофт, а в этом кондо есть свой собственный гараж. Класс. Что очень большой хороший плюс, большой бонус к самому кондо. Вы можете, если у вас сейчас у многих машины электрические, если у вас есть Tesla, вы можете поставить зарядку прямо в гараж и заряжать overnight в течение ночи. 930 квадратных фит. Весь комьюнити, весь комплекс был построен в 2000 году. HOA 462 доллара в месяц. Ну, естественно, включены все вот эти крутые amenities, которые здесь есть предоставлены. Опять-таки, два бассейна, фитнес, волейбол,
пирс, вы можете с удочкой туда пройти, рыбу половить. И, естественно, как обычно, ассоциация занимается внешними стенами, да. И крышей. Фонда и крышей. Угу. И все, что есть как бы вокруг, да, то есть maintenance, ground maintenance, то есть ландскейпингом комьюнити. Вот давайте пройдем, посмотрим, пока мы тут совсем, это мне уже кажется мозг тает. Мы уже расплавились, честно говоря. Да, здесь такой вход. Сейчас бы вот в один из этих бассейнов прыгнуть. Ага. А сразу у нас получается лестница на второй этаж, здесь кладовочка. Так, кладовочка. С этой стороны у нас гараж на одну машину. Слушай, так прикольно, здесь по идее это большая редкость, когда у квартиры есть свой гараж со входом именно в квартиру из гаража. Обычно, если вообще есть гаражи, то обычно это как бы здесь кондо, а гараж через дорогу. Ну да. Проходи. Поднимаемся наверх. Вообще похоже, это конечно, это кондо, это квартира, но стиль таунхауса, да? Да, я подумала сначала, что это таунхаус даже. Здесь вот в одном этом здании всего 4 юнита. То есть обычно так строятся таунхаусы. Да. Но, кстати, разница между кондо и таунхаусом. Да. В кондо земля, вот наш вот этот юнит стоит на земле, но земля не принадлежит. Сразу идет description, это как кондо. В таунхаусах, по крайней мере, часть, которая стоит на земле, она это владение. Понятно. Вот в этом и есть разница между кондо и таунхаусами. Юнит был освежен, но большого какого-то ремонта здесь не было, поэтому и цена... Поменьше. Скидочная поменьше, чем будет в другом кондо, оставайтесь с нами. Ну, в принципе, здесь очень все аккуратненько. Да, можно и так оставаться, по идее, да. Я бы, наверное, поменяла все-таки поверхность, но здесь никаких не царапин, она чистая, идеальная поверхность. Вот, в принципе, заезжай и живи. Заезжай и живи, здесь 100%. Нет ничего такого. Достаточно новая бытовая техника. Так... Мне нравятся потолки, высокие. Мне нравится потолок и смотрите. Так много света. Это очень светлые вот такие кондо с высоким потолком, со вторым светом. Видишь, сверху у всех классно. Этих кондо есть окошки, оттуда идет дневной свет. Здесь вот такой два больших окна. Да. Вот здесь, я не знаю, если бы я приобрела кондо, оставила, скорее бы я оставила. А может быть... Компьютерный столик, да? Это компьютерный столик. А вот здесь что? Я бы, честно говоря, даже... А здесь его и не поставить. Я не совсем понимаю предназначение этого уголка. Это может быть... Кроватку поставить. Может быть, это угол плача, знаете, для чего-то вот кто бы... Интересно. Подо что бы придумали этот уголок? Можно поставить... Кстати, вот... Здесь, видишь, я вижу для интернета тоже подход. Можно здесь небольшой стол поставить, здесь он тогда вместится. Офис такой, то есть два офиса, смотрите, у вас в одном помещении. Ну, этот я бы тогда убрала, я бы оставила или одно, или второе. Ну, правильно. Здесь можно, кстати, сделать очень хороший закрытый шкаф, как сторож, чтобы там ту же самую посуду хранить, ну, я не знаю, все что угодно, да, то есть дополнительная кладовка будет... Не лишней вообще здесь. Это не будет лишним точно, а там как раз там свет хороший идет, и там можно поставить столик для... Работали, офисный столик. Вот такой огромный зал. Да, хороший зал. Телевизор там вешается. Да, лучше на здесь той стене. Повесить, да. Согласна. Здесь обеденная зона, да? Здесь обеденная зона. Свет был весь поменен. Понятно. Здесь, да, полностью, здесь не было так много света, это было все проведено. Вот такой небольшой, аккуратненькая, как бы, постирочная. Шкафчики. Вот в другом кондо там можно войти, здесь, видите, это в шкафу. Войдешь, да, это в шкафу не войдешь, но достаточно места. Так. Здесь, проходи, пожалуйста. Сейчас. Спальня. Так, вот она, спальня. Хорошего размера. Хорошего размера. King size здесь. Вообще влезет абсолютно. Даже, да, и для тумбочек, и места останется. Большая гардеробная. Так, гардеробная, да, хорошая. Обратите внимание, на полу ламинат, стены все свежевыкрашенные. А смотри, даже есть плинтуса.
А, потолочные, да. Потолочные. Ну, ванная комната тоже оригинал, но все очень чистенькое. Ну, да. Ну, это действительно как бы сюда заезжай и живи. Если вы хотите что-то сделать, можно со временем поменять какие-то поверхности. Ну, по идее, но все да. поверхности, ничего не поцарапано. Все оригинальное, но хорошего, да. Состояние. Даже шкафчики в хорошем состоянии, все чистенько даже внутри. О, кстати. За ним хорошо ну, очень ухаживали. Аккуратные люди, значит, да, просто хорошо жили, очень да. ухаживали. Здесь можно оставить ванную или поставить просто душевую кабину. Это уже будет на сами усмотрение смотрите. Следующего хозяина. Так, что мы еще тут? Ну, вот такой у нас быстрый Всё? Обзор, поэтому мы делаем сегодня два в одном. Угу. Сейчас мы проедем в другое место. Сейчас мы, кстати, пройдем на посмотрим пирс аменитис. И снимем для вас бассейны и аменитис комьюнити, и вы посмотрите сверху все, что предлагает комьюнити. Кстати, я не сказала, но вы, наверное, поняли по нашему въезду в это соседство, что есть ворота, и на воротах сидит доберман. Они, честно говоря, очкают. Через них вообще, мне кажется, мышь не пролезет. Вот, да. вот реально, там нужна ID, нужна регистрация по фамилии. И это очень классно, потому что это большая безопасность. Там сидит security, очень красивый въезд в комьюнити. Ну, в общем, мы сейчас сделаем быстрый обзор комьюнити и проедем в другое кондо. Поехали. Друзья, и в продолжение к нашему видео мы вам сейчас покажем второй кондо, который находится в комьюнити, в соседстве, который называется Азур. Азур находится также в сердце метро Вест. Здесь буквально пешком можно дойти до больших магазинов, Walmart, пешей доступности. Очень много разной другой инфраструктуры, где вам даже не нужно садить в машину и ехать. Да. Как я уже говорила раньше, в метро Весте очень-очень развита инфраструктура. Мы очень много показываем видео про этот район. Вы сможете пересмотреть, возможно, какие-то видео. Мне очень нравится этот район, Юле тоже, потому да. что она здесь живет. Да. Вот, и не собирается, скорее всего, никуда переезжать. Угу. Как тебе вообще этот район? Хороший район по цене, качеству, да. Цена, качество. Близко к даунтауну, там минут да, 17. Да, до даунтауна минут 20-25. 17, если без пробок даже бывает. Пробок. Да. да, это очень близко к даунтауну, расположение, развязки хорошие. Опять-таки рядом с Universal, это кондо можно сдать, если это будет инвестор, инвесторская покупка, его можно сдать где-то приблизительно за 1850-1900, может быть, даже дороже. Сейчас смотришь буквально вот через забор апартаменты. Апартаменты отличаются от кондо. Кондо – это когда один владелец, а апартаменты – это когда владеет компанией, есть менеджмент, только через буквально через забор, за забором апартаменты, да. однушка 2000 стоит. Вот так-то. Здесь очень необыкновенная планировка, мы это посмотрим. Двухъярусная квартира, мы когда-то давно снимали похожую квартиру, но здесь тоже сделан очень классный ремонт. Находится рядом с бассейном, бассейн буквально видите, зонтик. Да. Туда мы пройдем попозже. Угу. В соседстве есть опять-таки бассейн. Клабхаус и фитнес-центр. И все за воротами. Все за воротами. Кстати, да, здесь гейт-комьюнити. Вот ворота. Заехала машина. Очень удобно, что ассоциация сидит прямо вот в этом домике. Если да. какие претензии. Все здесь можно рядом. Можно сразу да, зайти и с ними разобраться. По цифрам я пройду. Размер 991 квадратный фут. В переводе на метраж будет около 90 с плюсиком, с хвостиком квадратных метров, 92-93 квадратных метра. Цена кондо 218 тысяч. Одна спальня, один санузел, но здесь еще есть лофт, который можно использовать или как вторую спальню, или как офис, как вам понравится. Там достаточно много места в этом лофте.
фи ассоциации HOA фи $333 в месяц, куда включено, естественно, бассейн, тренажерный зал и уход по комьюнити. Комьюнити очень зелено, красиво, все очень зелененький, все очень аккуратно, подстрижено, ухожено, чистенько. Опять-таки включается в страховку ассоциации, входит внешние стены и крыша. Да. И этим ваша личная страховка, она значительно понижается, если даже сравнить с домом. То есть здесь страховка будет выходить где-то 700, наверное, долларов, может даже меньше, плюс-минус, 750-800 долларов. Вот. Все понятно? Ну что, давайте пройдем. Да. Здесь был сделан свежий ремонт. Так. Тут у нас что? Ух ты, вот. Гардеробная, да? Здесь гардеробная. Друзья, я сразу предупреждаю, ну, здесь короче, временно живет родственник хозяина. Сейчас они делают в другом кондо, заканчивают ремонт. И вот пока тут 2-3 недели он живет, так что не обращайте внимания. Маленький такой бардачок будет, но да. Как, это не помешает нашему просмотру. На лестнице положен новый винил по всему кону. Классно. Новый винил, причем винил покупался очень дорогущий, хорошего качества. Да, и я знаю. Очень гордится. Вот это перила новое. Своим ремонтом. Да, изначально вообще здесь ковролин везде, здесь я знаю. Здесь везде был ковролин, только на кухне была какая-то плитка. Да. Даже вот он перила, видишь? Да, переделал. Все переделано. Все свеже выкрашено. Вот камень тут тоже, гранит. Угу. Да, мы выставили это кондо буквально недавно на рынок, и я хотела показать. Если вас заинтересует, обращайтесь. Я листинг-агент. Да, вот извините, мы не знали, что здесь столько вещей личных. Я знала, что живет родственник, но ничего страшного. Ну да. Мы же смотрим не вещи лично. Кухонные кабинеты были все поменены. В основном, да. Я вижу, в этом комьюнити очень редко кто меняет. Да, кстати. Старенькие такие кабинеты. И построены было в 97-м году. Угу. В основном все очень часто я вижу оригинал. Здесь совершенно полностью сделан ремонт. Угу. Новая бытовая техника. Кстати, да. Новый холодильник, рыбки плавают. Холодильник, а вот они, рыбки. Рыбки в комплект не входят, если что. Так. Да, очень светлая здесь кладовочка. Кладовочка. Пантри. Опять же, вещи. Не крупы. Да. Так. Очень люблю эту планировку. Это моя любимая планировка. Да, кстати, мне тоже нравится. Посмотрите, какие потолки. Просто. Огромнейшие потолки. Открывается второй свет. Да. Окно, ну, сейчас закрыто, если кому-то нужно будет больше дневного света, его нужно вот, пожалуйста. По лестнице, естественно, потолок высокий, ага. Сложно до него добраться. Да. Добраться можно один раз, открыть окно. Вот посмотри, какое эркер. Эркер небольшой. Обозрение, да. Да, вот там въезд, и вот здесь клабхаус, и вот там вот бассейн. В общем, вот так. Да, ну вот ниша для ТВ. Для ТВ вот как раз, по-моему, впритык влазит. Сейчас ТВ большие. Ну, давайте мы, наверное, сейчас пройдем на второй этаж. На второй этаж. Здесь получается этаж, здесь да. Лофт. Давайте. А потом мы пройдем в спальню. Так. Ковролин тоже новый. А, ковролин тоже помененный, здесь да? Здесь помененный только это удачно. А здесь у нас... Опять-таки, прошу прощения, это июль, туда не пройду. Ага, я не пройду. Кроватка. Вот, посмотрите, матрас. Лофт хороший, здесь можно, это как одна спальня целая, да? Я очень-очень часто вижу в этих кондо, здесь ставится, закрывается да. Или ширмой, или с нарезкой, например, детские делают. Ну да. Ребенка здесь можно хороший, здесь размер, как вот обычная спальня, во многих да. домах спальня, да, размер спальни. Да. Можно сделать офис, кто работает из дома. А вот отсюда, видит. Смотри, вещать можно, дорогие господа. Помещение, все освещение, осветительные приборы. Угу. А, да, кстати, все новое, да. Точечное освещение тоже все новое. Да. Здесь обеденная зона. Так, вот это, да, здесь.
представим это. Представим, да, что здесь нет чемоданов. Так. Спальня. Спальня. Полноценная спальня. Мастер. Красиво видно зелень. Угу. На клабхаус. На клабхаус чуть-чуть. Такая приватность. Угу. Проходим в ванную комнату. Здесь тоже все поменено. И о, да. Кабинеты. И тоже то же самое. Прочные водостойки винил. Угу, на полу. Так, тут, тут у нас... О, душ тоже замена хороший, ванны, новый. Угу. Да, душ и до потолка. Плитка от Revertin. Угу. Вообще да, нормально. Плитка. Да-да-да. Угу. Так, здесь у нас, здесь у нас туалет. Продюк. Кстати, точно поменен, потому что старый поменен, маленький. Да. Здесь в основном старый. Ну, вот такая гардеробная нормальная. Размер хороший. И новые сушильные стиральные себе машинки. Хорошие. Угу. Причем отлично. Места здесь много. Достаточно для комнаты. Да, обычно я вижу очень мало места. Где-то, да, где-то там что-то можно поставить. Только можно руку притянуть. Здесь можно зайти. Угу. Уже кондиционер стоит. Так, хорошо. Здесь можно поставить пылесос, швабры. Да-да-да. Угу. Ну все, вот ну, и показали, такое, в общем-то. Да, такое уютное, красивое. Фонда моей любимой планировки. Ну что, сейчас пройдем в зону бассейна. Мы вышли из фонда, и буквально за углом бассейн, можно сказать, на вашем заднем дворе. Да. Если был бы это ваш частный дом. Клабхаус совсем близко, да? Клабхаус, да? Очень все зелено, очень аккуратно в комьюнити, там ухаживают, видно, за что вы платите. Ассоциацию. В том, да, очень мило. Фитнес. Так, вот он. Здесь да. Бассейн. Можно хорошо. Позаниматься. Можно позаниматься спортом. И тут же нырнуть. Да, тут вот нырнуть. Смотрите. Народа мало. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал. Ждите наших следующих выпусков. Мы очень стараемся делать их интересными по возможности. И до следующих встреч. Пока. Пока-пока.